Не надо снимать, куда идем. Сейчас виска. Четик-то и архива виска. Знаю я ваш архив, потом все оказывается таких, как я. Сказать и архива Чаковского. И Таутос архива. Это не будет. Все остальное можно вот так смотреть. По-моему, очень красиво. Особенно мне нравится вот этот малолетний преступник. Я бы большую фотографию повесила, конечно, основной. Ты куря, кури, тебя нотрука-то. Щита? Я. Это мы не будем. На это можно? Можно. Была еще такая, где он... Я видела ее в какой-то книжке. Да. Где совсем на мускулах. Есть эта фотография, девочки? Это... Натарушка сделала. Да. И где ее взять? Не знаю. Почему не знаю? Ну, может, попробую ее как-нибудь выслушать. Потому что это очевидно. Это наш... все годится? Подписи все годятся? Это правильно? На сборах военной кафедры. Да. Я хотела всяких еще вопросов задать, которые не имеют отношения к делу. Мне было, например, интересно, как вы познакомились, например, как все это произошло. Потом я хотела каких-то рассказов про детство и про этих всех ужасных детей. Мне все же интересно. Это все... А умерший такой писатель. Вот. Говорю про Гинтараса Гинтарасовича, который убежал из армии советской. Молодец. Вот. Это с гусем просто написано с видным посомнелюнусом, а здесь чай четвером. Он фотограф. Фотограф. Вот так напишем. Фотограф. Вот здесь красота. На этом наша фотография заканчивается. Теперь мне интересно про детей. Я понимаю, что я стала определять, какие дети из них какие. Я думаю, что вот это вот. Да? А вот это не изменилось вообще. Больше никого не знаю. А вот какая это, которая курва стерва какая? Алина пионерка курва стерва. Нету здесь? А? Ну и зря. Черная не вижу. Хрен с ней. Ну, не вижу. А, она не окончила 11 классов. Здесь 8. Ага. Она отстала. Так, у нас здесь написано начальная школа 57-й год. Ты в 6 лет идёшь в школу? Тебе здесь 6 лет? 6. Тебе здесь 6 лет? Нет. Нет. А как? 57-го я пошёл в школу, так это 4 класса. 10. Почему написано 50? Здесь вот написано Auklitus. Auklitus — это классный руководитель? Руководитель. Это ваш руководитель класса? Да. Хорошо. Так. Железнодорожная ветка Каунас-Еси. Это правильно? Да? Это вообще железнодорожная. Идет теперь, делают
до Варшавы, чтобы я. Это я понимаю, через Понивеж. Ну. Да, тебе аборты, наверное, новые. Правильно. И по тебе продержишь аборты. Понятно. Ну, тебе не отвергаю. Не знаю, если ты сказал. Это не шушу, что это. Вот такую бы, конечно, неплохо бы. Хочешь такую книжку? Ну так я пришлю тебе. Так я вот пришлю. Это, то есть моя команда пришлю тебе. Ага. Окей. Это надо даже считаться. Чему шеймар? Ну, что ты видишь шеймар? Че? А, че дукра? Герой, галима. Галима, дети, шита. Галишки, шита. Я сначала баню рус. Не потеря так, ладно. Помпею, ай, Помпею. Хиты сойдут. Одно только знает. Стою с тобой. Стою с тобой, супелиюсь. Ты даришь галиби, я утаю. Так, хорошо, эту беру, сейчас еще посмотрю. Так, мы сделаем тебе копию. Да, конечно, я ничего с собой не возьму, ты понимаешь. Теперь мне нужно сделать обложку. Сейчас мы должны ее сделать. Делать мы ее будем так. Мы поставим на пустой столик. Ага. Недокуренную сигарету с пепельницей, чашечку и вид на Ласю Солей. Это будет обложка. Ай, молодцы. Не дают фотографии. Правильно? Это же не то, что инвентарь вы какие-нибудь сразу нанесут всего. Повторяю, твою мать, Форест, мне тебе. Какая гадость, командор. Как хладен он и тверд. Как гидропонный помидор, возникший из ветер. Не уважаю гидропон, уж лучше уж земля. Маячит на закате он, приделанный к лопате он. А я бегу, как актеон, копытами пуля. Не будет у меня продаж, не будет ПСС. Бегу туда, где горный кряж искрит в край небес. Бегу туда, туда, где горная гряда, туда, где быстрая вода, туда, где темный лес. Ведь сколько волка не корми, он все же убежит, ведь это у него в крови, ведь он как вечный жит. Пускай шевелятся леса, где живет пушистые леса, пускай сияют небеса, пускай земля дрожит. Там посвящается. Так, теперь. Ой, бля. Продам поссовя. Я же на номере. В книжке, как она называется там, наша книжка по изгнанию Израиля, вот это наша. Интервью. Хорошее. Вот вы мне не нашли номер этой мажу все следу 8. Хорошо быть классиком, а не противно. Знаю. Читал Харуса? Харуса. Читал Харуса? Даниила Харуса? Немного. Ну, там немножко есть какие-то отсылки. Чуть-чуть. Я не знаю. Я написала, что я не знаю, читал ли ты его. Но поскольку я тебя спросила, то теперь знаю. Немножко читал. В общем, вот так подряд. Идет это все, и все это переводится на русский язык. Все глупое, не глупое. И все. Расскажите мне про это. Я наберу. Это я переводила. В автобусе, в метро. Дома же нельзя переводить, потому что, понимаешь, места дома нету. Письменный стол занят. Mes pykom ant jo, kad jis dempinguoja kainas, honorarų. Pigiai labai padėta. O toks jis gabus žmogus. Čia bene geriausias straipsnis. O kiek jam buvo metų?
55. Ir niekur apie nieko aš neradau internete, ne vienos. Jis pasirašinėdavo Vytis Laisvūnas. Nu, tai aš žinau, čia. Aš iš karto supratau, kad tai yra šitas. Šitos aš nedėsiu, man kažkaip tiek. Ir apie vaikų mirtį nieko nerašysiu. Na, tai ir už pačių atsirandu. Tai taip, man atrodo, kad soblюдать принцип лакауна. Tik daugiau eilėraščių. Ten pasradausko buvo gal 1500 eilučių, o tavo yra virš 6000 eilučių. Nu, tak man patinka, žinai, vesti. Daug labai išvirčių. Daug. Вот, ручка моя была. Ай. Так что, если вдруг придет в голову... Вот, теперь вопрос на засыпку. Не для прессы. А если вдруг есть какие-то прекрасные люди, которые хотят помочь финансирование этого издания, я с радостью приму от них любые деньги. Не нахожу таких. Да, будем сами. Я потерял свою прощебающую силу, знаешь. Да не надо говорить. Я столько раз за эти годы слышала, что ты что-то потерял. Потом вдруг выясняется, что ты опять все нашел. Я тебе не верю. Я думаю, что тот Вида за много-много лет слышал это много-много больше. Не, ты сейчас больше. Больше да. Потерял? Да. Или больше находишь? Больше потерял. Вот, стеснительно, если я не пойду, говорит, вот там будете делами заниматься, я сам подожду. Сейчас мой друг Шлепин, который на вашу высокую нанесу, и всем свинтеем. Идите сюда. Нет. Сыр? Сыр. А. Вот поставить это на стол. Да. Это на стол. Так будет ничего не видно. Так, подожди. Два, смотри, ничего не видно. Нет, надо стоя. Нет, так. Потому что для обложки. Стоя надо. А, это так? Да. Ты полагал, как порвешь нотрука, как подарить, как подарить нот. Я сделаю. Ай, ты. Я сделаю, говорю. Полагал, твой. Ой, добр. А там не сыгал, что-то оркестр гирано французивича, гирано ча. И тогда из ушклидо. Это сдашь, что ж день? Ну, что ж день? Бет, я буду лобой по нашему. И что ж день? Atėjo į menininkų namus, tada pirmą kartą aš pamačiau gintarą ir tada visi kartu nuėjom kažkur, taip nepažįstami, į tumpę, tokie bohemos būrelį susidarė. O paskui tą vakarą mes visi vėl nuėjom į menininkų namus ir gintaras atsisėdo prie fortepijono ir pradėjo dainuoti kaip vienas iš bitų, bet tokia, tai bielrai dar kiek. Музыка была очень удобна. Ты думал, только что-то грозит фортепиано? Не мог. Имитовал, как грозит. А смотрел, как ты имитовал, как гитара гроешь, как гимн человек. Ну. Там все мог, как на меня. Taip ir pradėjom draugauti. O paskui lankėm vieną būrelį. Buvo grįžęs iš Vilniaus. Jaunųjų rašytojų sekcijos. Jaunųjų rašytojų sekcijos. Čia kelintas metas buvo? 80. Nu, tai pradėjom draugauti. Paskui, kai man pradėjo skambinti, telefonai čia tam iškvėdza mane išgerti kavos. Eidavom gerti kavą. Aš išlakdavau po 8 padarius per dieną. Tai gintarai brangiai atsėdė, bet kava tada buvo taigi. Ir po to draugavom, išsidraugavom.
Tad es būtu kitoks. Tu ir dabar kitoks. Nu, tu žinotum, kaip man sunku. Nu, kam lengva. Bet aš tą plaukų jau gyvenu. Dabar be dantų, be plaukų ir be akių. Ar ausų. Viskas vėliau. Išėjo. Na, užtat gyvenai kažkas. Jeigu anksčiau buvo 1,76 m, tai dabar tik tai metras. O jeigu anksčiau buvo 1,76 m, tai dabar tik tai metras iš manęs. Bet metras, tikras metras. Metras, nu. Gerai, ne metrdotelį. Kada smėjotsi, visi karo. Nu, papasakykit dar karo. Mes daug keliavom, tu ten, kai sakei, kad aš sėdžiu užpakalio nepakeldamas laisvės alėjų. Aš taip nesakiau. Vienoje vietoje buvo parašyta. Be ten pačio užpakalio niekas nieko nėra pasakyti. Iš tikrųjų mes daug keliavom. Tai tu ir interviu tą sakai. Kai tik tai rudo ateina, tai litet perėliotinai aptyci prasideda. Tai va Tailandas. Na, į Tailandę žiemą buvo, bet nesvarbu. Būdavo du kartus per metus tokias piligriminės kelionės. Aš žinau, kad jūs važinėjate. Ir ten ir interviu yra pasakyta, kad tu visą laiką sakai, kad kada nusibostat, tai aš Bok padajus. Kai pažiūrėjau vėliau назад, потом раз Бок там на несколько тысяч километров. Ten viskas yra pasakyta. Nu, sikratyti šiukšlių išvažiuojant. Paskui, kai grįžti, tai gimtasis miestas švarus pasidaro. Labai gerai, gražu. Ir dar aš kažką ten parašiau apie Kauną 70-ais metais, kai čia buvo maištingas miestas ir taip toliau. O čia įdomu būtų sužinoti, nes aš taip prašiau, nu, kad Bok norėtų palaužyti apie daug nežinau, žinau, kaip esi. Aš čia... Nu jo, čia po Kalantos susideginimo, bet aš nedalyvau tam Kalantos visose įvykiuose, nes studijavau ir važinėjau į paskaitas. Tai kaip ir nenukentėjau, o tie, kurie dalyvavo, nukentėjo. Išmetė iš institutų, ten iš darbo atleido, kalėjimo pasodino. Ir tu turėjai ten draugų, ar čia buvo kaip tik? Ne, čia atskirai buvo, tiesiog kuo Kaunas pasižymėjo. Būtent tais Kalantos įvykiais. Nes ne kokiam kitam mieste, o būtent Kaune čia įvyko sprogimą. Tai tų įvykių gal nebūtų. Nebėlis. Viskas užblokuota pas mane. Vėks jau užblokuota. Nu, tai... Parašau, tai... Lūdžiai. Lūdžiai. Ne znaju, što dėl. O tu... Gintai, tu... Tai nenadas. Gintarai, tu apie geopolitiką gali ką nors pasakyti? Ne, man nereikia apie geopolitiką. Čia politika jiems neįdomu. Ne, šiaip geopolitika. Geopolitika galiu aš pasakyti. Kodėl? Trumpas durnas, Putinas niekšas. Tai yra paprasta. Arba... Už to lengvesnį klausimą. Daugiau nieko negaliu pasakyti. Ne, du chvati. Atistat, kokia? Pirmai, vtorai. Nuo chuligano. Я не был хулиганом, не был хулиганом. Потому что дети, ну, отцы были педагоги, так, они до того не допускали. А. Они а учители в школе. А, кто это учился?
Да. То есть у тебя родители преподавали в той школе, где ты учился? Ну там интересно, там были две школы. Сначала одна была, так... Я это не буду нигде писать, это просто мне интересно. Оба родители преподавали, потом отец ушел на академию преподавать. Кто что преподавал? Да. Кто преподавал какой предмет? Математику. Отец. А мама? А мама литовский язык. Но это в том же самом здании была вечерняя школа для рабочих. Так мама, я учился в дневном возрасте, в дневное время, а мать приходила, когда наша школа. А отец преподавал математику, когда ты учился? Да. У тебя в классе? У меня нет, брату был. Вам преподавал? А еще вивиси ману, как раз так я был хулиган, как раз был керамыки, нет, ну, но реюсь, лапай, хулиган, не хотелось. Вот еще те кури, где то вязать в сторону ножек. Хулиганы. А поскольку, когда начал хулиганить, уже в институте или потом? Потому что вот на этих фотографиях ранних, так ты совсем не хулиган, такой хороший. Этот качок и вообще лицо такое человеческое. Просто я умел постоять за себя. И если кто-нибудь там, какой бы спорт был, так оканчивался, ну, это... языком только, словами, так у меня заканчивался драка. Я кулаками за свое, потому что был хорошей физической формой. Ну так ты начал качаться в 14 лет, я прочла. Я прочла все твои интервью, я тебе все про тебя знаю. Как? А, я же скачал весу, ставил интервью, виска обитаешь. И теперь все будут. Да, это шутка, шутка, да, шутка, конечно. Ну, куркальня сносимовый, папа. Кашкальня сносимовый. Кастера. Нет, у меня ищет, да, куркальня сносимовый, папа. Кам, сау. Не, было маду шоу. Бужу пье. Так бы вещи, она изучила, но тебя все поделала. Вот когда было? Когда было? Когда? Ну, какие за что нельзя считать. Пятьдесят мать из головы. Не. Две нельзя считать, какие встречались мать из головы. Может покрыть и поскатить поэзию, а те ее навык, скатите поэзию, а те ее в ложе, скатите, поскатите только шуда, когда шуси нервина, за перские чуилерочки, примиженча мотери, и мы с имовецки, али нас такого добра, что мы дали мадас демонстрошен, нес, маня кашкокс, ветенец, мафиозас был апренгес, но голвос и кикою, жоча. Tai nusimoviau kelnes. Kiek iki popo? Bet triusikėlių nenusėmė. Pradėjau. Eto palikausiai. Nu, ir kas toliau buvo? Nu, ir kitą dieną laikraštyje. Jau skandalas. O kur yra tas straipsnis? Aš neturiu to. Jūs man neatsiuntė. Kur? Aš noriu... Nu, apsarskui akį išmušė, nu, tam dailininkui. Tai čia to mėšlo, tai čia pilna buvo, paskui tas mėšlas kažkoj dingo, bet ir dabar dar pilna to mėšlo čia. Na, tada ir pradėjo, nuo 90 metų, kai išleidau savo dvi knygas, niekas tada knygų nerašė. Tam sumyžančią moterį.
Žodžiu, meilės ir vyno dainos ir kurtizanės. Aš tų knygų neturiu. Tarp kitko, aš vakar nusipirkau. Aš iš jos nieko neimsiu, kad jau pusė yra. Bet gali man užrašyti seną tavo knygutę? Užrašysiu? Aš dabar visų superku tavo. О, капитон и вымерал вайкай, аж жалею эту книгу и памятью кашкур на мосе. Гендерай, а памяти, как саги, как у нас ты, как Вильнюс ира... Вильнюс ира Кауна премьестес. И рисай саги, что ты... Пошутил человек, Москва и Эрдера Кауна премьестес. Эрдерлинас. Хороший, хороший, издал две книги, потом началась... А потом они как лоб приняли вот эту мою новую поэзию, знаете, ну, там была дискуссия, я видела, да. Москва Хабадская, Москва Дурацкая. Так это был Кавнац Дурацкий, Кавнац Хабадский. И после этого я уже стал плохим мальчиком. Ты на них обиделся? Да. Ты на них обиделся? Не обиделся, но я сделал то, что... потому что цензуры не было. Ну, я, значит, все правильно писал. И все высвободилось, знаешь. Я написал, писал как Буратино на останках Левиафана. Я не знаю, если ты не против. Цензурные слова будут писать. У меня, кстати, нету этих книжек с цензурными словами. Нету. У вас есть такие книги? Я бы хотела тогда. Из этой. Вот эти книжки, которые неприличные всякие, перестроечные есть, вот я бы оттуда переводила. Но у меня ужасно с Потаскасом, ужасно дело обстоит. Я беру книжку, она начинает сама переводиться, она меня ни с кем таким, это безобразие. Так, через две недели. Так ты всегда здесь ожидаемая. Вот я приеду. Хорошо. Вот, ну что это. А вы можете двигаться в эту сторону? Ну вот, когда вы посидите, вы двигаетесь в нашу сторону, а мы будем в вашу сторону. Да. Салют. Ну вот, мы постепенно будем двигаться в вашу сторону, а вы в нашу, когда съедите свое мороженое, хорошо? Главное, никого чтобы не дать не меня кормить. А вот эта дискуссия, что писали какие-то сумасшедшие учителя, там, что нам не нравится непонятная поэзия Потаскаса и так далее. Это они придумывали эти письма или это правда? А черт знает. Ну ты, когда читал вот это, ты как к этому относился? Как? Ты скайтявис этой крипто этой було, когда опять овярашивают небус веселый. Я фирма карта. Я душу где? Вачать. Юс попался какие-то мать, потому что бендрейт аж я у меня на фирма Диана. А что за любая сакита? А что за сакита? Считаешь жена? Да, ты рабегала. Ты раж могу Ты yra mūsų Kauna, aš nežinau, tai yra šventas žmogus. Šventų žmonių Kauna turbūt ne tiek daug. Bendrai žemė ne tiek daug. Nu, o Kaune, tai ačiū Dievui. Kažką turiu. Nu, papasakai. Nu, ką aš galiu papasakoti? Nu, žmogus yra tiesiog tyras. Nu, šventas yra. Nu, geras žmogus.
nesvarbu, kad jis kartais piktas ar dar kažko. Aš čia irgi nieko nematau. Šiaip architektai myli, aš esu architektai ir be galo visi tikrai myli. Ir skaudu, kad tiek mažai žmonių, tiek yra Kaune, kaip Gintarai. Nu. Ne, Gintarai, nu gerai, aš tavęs negirsiu tiek daug. Reikia girti. Bet yra patikima žmogus. O jūs ką, nu, galima kažko pasitikėti šiais laikais? Poezija? Nu, ne visi tą supranta. Nieko, nieks nieko nesupranta ir mes ne... Ir nereikia kreipti dėmesio į tą. Va, nu, kodėl ne, tiesiog. Įsiliesti ir prie geros poezijos. Bibliotekose metų metais būli didžiulis krūvos tokios poezijos knygų. Nepajudintų. Guli jos, čia laiškas kakovo-to nesušistvujušio učitelė jis klaipėjo. Guli jos, kol sueina terminas nusirašymo, tai jos net nepersklaidytos nukeliauja į makulatūrą. Raginame žmonės domėtis poezijos, sielus penų. O pasiūlyti galime tik Maironį, Salomėją Nerį, Justiną Marcinkevičių ir dar keletą kitų. Tai nespausdinkime visokio šlamšto. Neatbaidykime poezijos mylėtojų. Svarbiausia, kas yra svarbiausia, žinot? Nespausdinkime be skirybos ženklų. Trivas prisetnik znaka. Kam tas reikalinga? Maskuoti nemokšoms? Juk poezija turi būti poezija, lengvai skaitoma, suprantama, sukelianti estetinius jausmus, vaizdus. Paprasti žmonės, dainuodami Lietuva brangi mano tėvynė, atsistoja ir braukia ašarą. Štai kur poezija. Skaitai. Dūdieną. Lenkšą, Braziūną ir daug kitų ir pradedi nervuotis, daraisi piktas ir trenki laikraštį, neperskaitęs iki galo. Idealai. Tavo smišas tegu. Autorius matosi talentingas. Sakyk ačiū. Tad jo labiau žalingesnė tokia kavička kūryba, besimėgaujanti banalią ironiją, poetizuojanti amoralų, tranišką lyrinio herojaus gyvenimo stilių. Priekaišto. Na? Jūsų instancijos tokia kūryba praleidžia, kritikai palaiko ir visas tokios poezijos žodžių kratinys ant mūsų skaitytojų galvų. Ja понимаю, что это не разу не так. Внимательно предисловие, если там малейший какой-то ковлялец не нравится, я все уберу к черту мать. Потому что когда книжка выйдет, будет поздно уже исправлять. Нет, я... прочитал. И вот я еще пришлю вот эту последнюю мажой девишкою номер 4. Посмотри внимательно, пожалуйста. Переводы, потому что я там могла напортачить, потому что я чувствовала, особенно после Венцова, я чувствовала полную безнаказанность. Реально фонтанчик.
Вон они сюда. Эйна. Эйка. Ладно.